Здесь он, по-моему, единственный, кто занимается футболом. Это Ярик, я вчера, когда увидел у этого Олега, мне все эти старые, это было так забавно. Организация защиты и контратака. Олег же не играл. Они за первое место выиграли. За первое? Да. Они нам проиграли, а мы проиграли больше. Там система такая, что по голам, по разнице забитых обычных, между тех команд, которые вышли. У нас одинаковое количество очков. Миша. У Ярика и у Валера. У нас есть еще один большой. Это вчера вообще такого действовало. Он когда видел мяч, он делал в любую сторону. О, в окно. Здорово. У меня выиграл. Константин Николаевич. Здорово. Второе и третье. Да. Второго, да? Не знаю, может и первого даже. Ну, сейчас у нас неплохой. Уже и с ним же. Смотри, грамотно сзади одного человека оставляет. Хорошо. Миша вчера проиграли Олегу только потому, что побежали вперед все. Мы пропускали 6, потом стали назад. Постоянно. Чем мы с Олимпом всегда интересно? Побежали вперед все. Забиваем гол, остается 3 минуты, все равно бежим все. Наталь, молодец! Два. Так что они вчера нормально тут, по часу игры. Красных Зор или что-то такое-то? По-моему, второй или третий мини-футбол, наверное, нормально. Там он на потоке не отрубился. Да мы знаем. Ярик. Мандарин играл, они серию финальцев ей было, кстати.
добавлено. За шестое место? Да, седьмое, восьмое, седьмое. Да, вот сейчас пятое, шестое делится. Движение! Смотрели отборочный футбол? Футбол смотрели? Был бы еще футбол, но одни слишком. Я говорю, был бы там еще футбол, а то сразу я... Вон мне Макс прилетел, как вчера, что смотрели футбол. А я говорю, я вчера уже видел футбол со мной. Это то же самое, что предполагалось. Хотя на самом деле неплохо играли. На самом деле неплохо играли, да? Там просто накал большой был. Я ожидал, что будет типа посолить, но неплохо. Там удалось завести их просто. Они заведенные такие были. Там стадион завел всех. Что, в итоге чудоборцы считали поражение? Да, решают. Здорово. Да, 3.44. Да. Знаешь, я не слышал. Мы, получается, играем сегодня на команду 3.44. Ну, у нас следующее. Саба нет, у Зенита, который есть. Ну, блин, уже не было. А они на то уехали. Смотри, семерка, Эрик. Сегодня в плохом-то году. Я за Макарон сегодня. Гусев только там. Да, Гусь там еще ого-го какой. Да, ого-го. А у всей дети играют. Все играют. Футболом? Нет.
Вот этот восьмерка давно занимался в Афронте, сейчас плавание занимается. Да, но у него более-менее понимание есть. Он так нормально все. Очки не одевал. Дома есть очки? Есть?
пацаны. Подвигайся еще.
своим сейчас принесем. Ярик, будь готов-то. Здорово. Ой, блин, одна минута. Никита, ты что, не здоровый еще? Когда? Не помню. Как на машинке покататься, так взяли в Лас-Вегасе, да? Я тебе предлагал, кстати, что ты с нами не поехал?